Дорогие друзья, здравствуйте! Сейчас мы хотим вас познакомить с картой. Называется «Ваш юрист онлайн. Защита, спокойствие и забота». Это не реклама, я не работаю в этой юридической компании. Называется эта компания «Европейская юридическая служба». Но я себе приобрела карту. Вот так выглядит конверт. Вот так выглядит конверт. В конверте лежит инструкция, вот такая вот, здесь все прописано, как активировать, куда звонить. Так, моя карта стоит 5000 рублей, и здесь написано «Мой тарифный план персонал». Что сюда входит? Устная консультация. Написано 18 раз в год, не более 2 консультации в месяц, не более 2 консультаций в месяц. Дальше. Содействие в переговорах, то есть юрист может от меня по телефону вести переговоры вместо меня, 10 таких переговоров в год и не более 1 в месяц. Также безлимитно можно получить сколько угодно раз инструкцию по составлению документа. Дальше. Письменная консультация. 4 раза в год и 1 в квартал. Звонок юриста. Звонок сам, юрист сам может позвонить указанным лицам 1 раз в год поговорить. Вот. Дальше. Консультация в отношении третьих лиц 2 раза в год. То есть я могу проконсультироваться про маму, папу, бабушку, дедушку, про подругу, но не больше 2 раза в год. Дальше. Области права. Все, кроме предпринимательства. То есть любые какие-то частные вопросы, которые касаются частной жизни. Но если я предприниматель, то я уже не могу. Там другие карты есть. Дальше. Скидки на услуги правового центра EUS 5% и срок обслуживания 1 год. Вот такая карта. Мы стерли защитный слой. Там сейчас находится код. Покажи карту, пожалуйста. Ты показывала? Вот, находится код. Мы его стерли. Сейчас мы будем звонить по номеру 8 800 550 0916, и нам активируют нашу карту, и мы уже можем пользоваться. У нас возник вопрос, мы потеряли кое-какой документ, и нам нужно будет ехать на поезде домой. Вот мы хотим проконсультироваться, как нам быть, нам должны помочь, потому что нас могут на поезд не посадить. Вот такая история. Ну, потом дальше вам будем рассказывать, как мы консультировались, насколько это быстро, удобно, качественно, как быстро мы дозвонились, не быстро. И вообще скажу свое мнение, стоит ли вообще тратить деньги на эту юридическую консультацию. Всего доброго!